Спочатку вимагав хабар, а потім намагався з'їсти його і втекти. На Буковині трьох патрульних звинувачують у хабарництві. У мережі опублікували відео, як патрульний тікає від камери та жує купюри. Поліцейські бросились на утек от водителя, который сняв на відео, як інспектори получають деньги. Та все хорошо. Бухаю, ні одного указателя нет на Чорновцівному. Аж на кольці направо. Ні одного знака нету, куди? Три поворота, блін. А вон там, блін. Показан прямо, да. Я проехал, блин, ни туда, ни сюда. А можно через Пекин ехать? Да я не местный, честно, не знаю. Все нормально. Самое Запорожье? Да. Штрафы есть? Ну, давно был когда-то. Страховку штраф, что ли? Сколько столько стоит, наверное? Ситуация следующая. Если вы планируете дальше ехать, то вам по-любому нужна квитанция о том, что вам уже выписали штраф. За это дело. Потому что если я на ближайшую страховку сделаю, ну, ой, страховку на ближайшую. Смотрите, причина остановки будет. У любого патрульного автомобиля, сейчас по дороге, который встречается, здравствуйте, есть страховка, нет, 425. В любом случае кто-то напишет. То есть, ну, как бы... Какое дело? Машина. Ну, вещи. Там багажник, вещи. Он что там мне звонил вчера, но он был в голову. Ваш вариант просто. Ну. И на доставки? Да. Ну много доставок у нас. Ну я знаю, что я вот это, типа, они платят каждый час 30 гривен по 11. Не, у нас от процентов у нас было этот самый, а сейчас от процентов, но у нас дело в том, что сделали теперь со всех кафе города, то есть как бы единая доставка. И мы даже если надо, бутылки вот эти 20-литровые могли привозить. Ну, эти Renault Kenga бутылки. Вот, и доставка. Все, где Вог? Чтобы я сделал страховку. Вога, я не знаю, где Окко будет. А, ну или там, все, спасибо. Значит, вот, ребятушки, идем на пост. Только что инспектора взяли денежки, они еще не знают, что я иду снимать их. Они уже остановили очередную жертву, водителя большегруза. Вот, тоже разводят его на деньги. Сейчас для них будет много сюрпризов. Заодно и поможем дальнобойщику. Привет! 200 гривен взял? Этого быстро отпустил, извинился и отпустил. Хорошо, за то, что ты его разводишь. Хорошо, иди сюда, я... Сейчас ты все увидишь. Что ты бегаешь? Ты кретин! Куда ты бежишь? Что ты делаешь? Ты что творишь? Ты что, больной? Сожри эти бабки, ты придурок! Там все снято! Жует, жует! Что ты их там прячешь? Эй, Тетерев, ты что, больной? Сотрудник полиции, одуплись! Ух ты, конь! Что ты что, больной? Смотри на него, смотри! Смотри на этого идиота! Иди сюда, эй! Куда? 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 Эй! Куда? Да!
Это жесть. Полиция, как вам? Мы ведем преследование опасного преступника. Эй, марафонец, ты чё? Ты куда, марафонец? Деньги наживал? Больной? Выплёвывай деньги. Да выплёвывай бабки, ты идиот. Было, было, такого еще не было. Ну как, бабки вкусные? Ты больной? Пойдем, я тебе видео буду демонстрировать. Ты пообедал нормально? Не надо, не ошибись. Всей Украине надо. Ты посмотришь потом. Хорошо. Что ж тут хорошего? Здравствуйте. Добрый день. Кто старший поста у вас? Здравствуйте. Что это произошло? Я не знаю, не могу узнать. Как вас зовут? Меня лейтенант полиции Лученко. Можно посмотреть? Фух, давно такого я не видел. Вы только что присутствовали. За что был водитель остановлен? Остановлен за техническую неисправность. Да. В процессе осмотрения административного дела что произошло? Да, такого я не видел давно. Что произошло? Я не знаю, там было выявлено, по-моему, отсутствие одного из обязательных документов. Что сделал сотрудник полиции? Я не знаю. Ну как это? Ну вы присутствовали. Я был отвлечен. Хорошо, я по-другому спрошу. Административное постановление было составлено? Насколько я знаю, то нет. По какой причине не было? Я не могу. Вам не интересно? Причина, ну как это? Ну и был. Это все очень быстро произошло. Конечно, я быстро. Не понял, конечно, вы произошло. Ваш сотрудник очень был голодный, он очень быстро деньги сожрал. Ну я это опять же вы утверждаете, я не знаю ничего. Можно с вами тоже познакомиться? Сейчас я извиняюсь. Сейчас это что? Устали? Я не понял, чего. А вы поймете, я вам покажу. Меня напали, я тоже. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Удостоверение. Пожалуйста. И все. Я даже не хочу от вас пояснений, потому что они у меня есть. Ну, хорошо. Не вопрос. Ну, ручки дрожат конкретно, да? Нет, это... От адреналинчика. Я не понял, что вы вообще убежали. Столярчук Игорь Владимирович. Стерлось совсем все. А вы всегда убегаете? Нет, Игорь я Владимирович. Говорю, подождите, у меня звонок, извините. Как на вкус вообще деньги? Нормально? Я не кушал, я не знаю, что. Не кушали, нет? Как вы работаете? Вы старшей смены. У вас вообще совесть есть? Что это? Как это сотрудники ваши так работают? Что это происходило, вот это бегание от людей? Это у вас в норме вещей? Я не знаю. Ну что не знаю? Кто за кем бегал, куда бегал? Вы не видели ничего? Скажите, ну, вы не видели? Я видел, что инспектор куда-то отошел. Но вы видели, что мы бегали за инспектором, ловили у вас его тут? Сначала вы нам... его или он? Нет, мы его ловили, по посту бегали, потом он от нас убегал. Вы видели? Не видели? Не видели вообще? А что вам интересно? Вы чем просто занимались интересными? Ну, я общался с водителем. Все равно времени крупный... он уже уехал, крупно говорит. Я же его отпустил. Да. Он уже уехал. Вы уполномоченный решать. То есть, когда, а ну, вы уполномоченный бабки брать? Немного чести? Нет я, тебе? Вы... Ты думаешь, я дурак, ты дурака меня строишь? Есть субъективный. Какое субъективное? Я тебе еще раз объясняю, все зафиксировано, что больной. Да. Я говорю, что все, и тебя, и его, и бабки, которые передали. Что машешь? Хорошо, а что хорошего в этом? Ну, ты да. Полицейский, слышишь, мне дурака из меня делаешь. Передай себе Украине, скажи, вы все конченые дураки. Народ Украины, вы дебилы, а я умный, потому что я полицейский. Я говорю только правду, а вы лохи все там, никто не выбегал, деньги никто не брал. Вы все лохи. Прав? Ни совести, ни стыда, ни чести, ни хера у вас нет. Вы уже написали рапорт? Какие рапорты? Ну рапорт о том, что произошло. Я не разумею, что вы. А вы не поняли, что произошло до сих пор? Не знаю. Ну рапорт, ну написали уже или нет? Нет? Ничего не произошло. Ну, не, ну нет фактов для того, чтобы что-то писать, объяснения какие-то, да? Я понял. Это самое. Пацаны, вы что тут обнимаетесь или что? Нет, смотрю, или бодикамеру включи. А то я смотрю, вы так сжались, я думал, вы обнимаетесь. Здравствуйте. Очень здорово. Я вызывал. Чего начнем? Вот молодой человек, зовут его Игорек, зовут его.
взял взятку 200 гривен, потом ее съел, все зафиксировано на камеру. Я вас дождался только из вежливости, что люди попросили. Вы мне не нужны постольку-постольку, потому что вы все равно не будете это расследовать. Вы это перейдете в прокуратуру. От вас пользы никакой. Вы, Игорька, не обыскать не можете, ни машину не обыскать не можете. Вы ничего не можете. Вы просто можете взять у меня листок бумажки. Если бы вы в отношении Игоря что-то сделали, допустим, спороли животному, достали 200 гривен, их разровняли утюгом, мне отдали, была бы польза. Но так как мы сделать этого не можем, довольствуемся тем, чем есть, тем, что есть. Ну, как-то так. А вы, в свою очередь, даже с моего устного заявления можете проводить служебную проверку в отношении его руководителя, в том числе, который участвовал вместе с ним. А, он сказал, что просто меня его позиционировали как руководителя. Поэтому они вместе участвовали в этом процессе, они оба были в курсе. Поэтому вот эти два красавца. Пусть вам объяснит Игорек, что он бегал от меня, зачем он меня дверями здесь давил и зачем он убегал. Я не понимаю. Зачем он жевал эти деньги, мне тоже непонятно. Объясните Игорю, что деньги грязные, их рот вообще, руки после них даже мыть надо. Он взял в рот их засунул. Ну, есть ум человек, взрослый пацан. Так, и только что вы видели сцену того, как сотрудники полиции метались здесь по проезжей части, доедали оставшиеся деньги, которые они взяли за несоставление административных материалов. В общем, полный цирк, который даже для меня, честно говоря, стал диковинку. Значит, сейчас мне обрывают телефон, мы оставили заявление на 102, обрывает мне телефон вся черновецкая номенклатура, которая там сидит и протирает свои штаны, и которые всячески пытаются уже увидеть видео. Видео еще камера не остыла, они уже хотят посмотреть видео для того, чтобы понять, как прикрывать свои задницы. Телефон буквально не замолкает. Я со своей стороны напишу заявление по месту жительства в прокуратуру, приложу ссылку к этому видео, пусть они разбираются по данному факту и увольняют этих взяточников. Поэтому я двигаюсь дальше, ждать никого не буду. Вам советую не теряться в подобных ситуациях, обязательно фиксировать подобные случаи. Если у вас есть интересные видео, присылайте мне, будем публиковать, будем бороться с этими взяточниками хотя бы вот таким способом. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик и никому не давайте есть ваши деньги. Всем пока. Добрый день. А, я знаю. Добрый день. Короче. Это ваши знакомые? Да не, наоборот. Они меня сильно раздражают. Рассказывайте, что тут у вас происходит вообще? Да, короче, произволы сплошные. Чего? Что хотят, они то творят. Беру деньги. На раз-два. Да? Да, конечно. Вот зараз через Кам'янець їхати, там же ж об'їзна невозможна. Угу. Сотку дві поїхав. А за що? За проїзд. Просто за проїзд? А ви на чому їздите? Я на фурі. А, ви на фурі? Так. О, це треба нам з вами скооперуватися, щоб... А як же ж, обов'язково. І тут треба рейди робити конкретні. А як вони беруть, я веду? Прямо от з машини ви прямо даєте з кабіни їм? Или в документах? Да. Прям от в відкриту? Мені понятно. Да, конечно, в відкриту. Ніхто не стісняється. Це ще гірше, чим ГАІ було. Гірше. Того, що ті хоч приблизно щось знали і десь колись стіснялися. А ці... без...